Дармараджу представляет. Производство кинокомпании Виджаянти Мувис. Прыжок гепарда. Впервые на экране Рам Чаран. Останови. Сколько? 20 рупий. Спасибо. Приветствую. Но как вы могли так плохо написать обо мне? Не понимаю. Оставьте его! Оставьте! Полиция! Полиция! Позовите полицию! Прекратите! Отпустите его! Иди! Зачем ты пошел против Матубая? Мне страшно. Почему? И тебе страшно. Не нужно бояться. Мы должны быть храбрыми. И мы будем такими. Будем. Мама! 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 Думаешь, ты расскажешь все копам, и они меня посадят? Слышите? Он думает, что меня арестуют из-за его слов. Так иди скажи им, пусть арестовывают. Лакшми! Лакшми! Спасите ее, сэр. Без денег никто не будет делать операцию. Он еще так мало уже отца потерял. Спасите хотя бы его мать. Простите. Сынок, твоей маме нужна операция. Иначе она не выживет. Но операция стоит больших денег. Дядя, спасите мою маму. Откуда мне взять такие деньги? Дядя, пожалуйста, я вас очень прошу. Пожалуйста, спасите ее. Если хочешь, ты сможешь спасти свою маму. Они дадут денег на ее операцию, но ты должен пойти с ними. И ты не сможешь больше видеться с ней. Никогда. Решайся, сынок. Мама,
Я ухожу. Этот человек дал денег на операцию для твоей мамы. Дорогой, у него есть сын твоего возраста. Он застрелил из пистолета сторожа в своем доме. И его жена это видела. Ты должен сказать, что это сделал ты. Но я не убивал. Поэтому они тебе и заплатили. Ты хочешь, чтобы твоя мать осталась в живых? Я скажу тебе, как отвечать на вопросы в суде. Все понял? Мне страшно, сэр. Тебе нужна мать или нет? Тогда делай, что тебе говорят. Пойдешь в суд? И в тюрьму? В фильме также снимались Пракаш Радж. За что его? За убийство. Ашиш Ридьярти. Неха Шарма. Даникел Лабхарани, Саиджи Шинде, Даниэль Баладжи и другие. Мама! Как там моя мама? Какая мама? Я оставил маму в больнице. Узнайте, что с ней. Хотя бы раз. Пожалуйста. Есть новости о моей маме. Ну что ты ко мне пристал? Кто знает, жива она или нет? Оператор Сэм Кей Найду. Композитор Мани Шарма. Продюсер Ашвини Дат. Автор сценария и режиссер Пури Джаганатх. 12 лет спустя. Доброе утро, сэр. Доброе. Что смешного? Ничего, сэр. Завтра мы с приятелем выходим из тюрьмы и хотим устроить маленький праздник. Праздник? Какой праздник? Окажите нам услугу. В 14-й камере сидят четверо парней. И что? У моего друга с ними счеты. Ты в своем уме? Заткнись и марш отсюда. Нас и так скоро здесь не будет. Подумайте, сэр. Вы их хорошо знаете. Если кто-то пойдет против нас, мы с него шкуру спустим. Сэр, всего один шанс. Где вы хотите это сделать? В их камере. Если вы согласны, он вечером туда проберется. Их четверо, а он один. Мне не нужны проблемы. Не будет никаких проблем, если только у них. По правилам, мы не откроем камеру до утра. Мой друг успеет побить их дважды. Действуй. Начальник согласен. Но никто не должен видеть твоего лица. Начинай до захода солнца. И так, чтобы вся камера задрожала.
Кто ты? Кто ты такой? Что уставился? Смеешь с нами спорить? Не трогай меня! Отпусти! Слышишь? Эй, сэр! Сэр! Он убьет меня! Не трогай! Нет! Не трогай меня! Нет! Нет! Что? Иди сюда. Да? Да! Да! Прочь! Иди сюда! Иди! Двенадцать лет я ждал, когда меня выпустят из тюрьмы. Но встретил такого, как ты, и ударил его. И мне увеличили срок. Зачем ты меня мучаешь? Я буду здесь до утра, пока не откроют камеру, и в любое время к вашим услугам. Ясно? Я вырву тебе глаза. Откуда эти раны? Что произошло? Кто вас избил? В ванной поскользнулись. И я поверю? Это правда, сэр. Там было очень скользко. Отпустите нас. До свидания, сэр. Думаешь, я не узнаю, кто это сделал? Я считал тебя хорошим парнем. Что это за игры? Отвечай. Сэр, не знаю, хороший я или нет. Время покажет. Но от плохого человека никто ничего хорошего не ждет. Ведь это так. Правда? Я давно за тобой наблюдаю. Я отлично тебя знаю. Удачи. Спасибо, сэр. И не вздумай сюда возвращаться. Хорошо, сэр. Всего хорошего. Прощайте. Да, наверное, Хайдерабад сильно изменился. Куда мы теперь?
Я хочу увидеться с матерью. Это та улица? Да. Ты уверен? Да, многое изменилось, но это место должно быть здесь. Там была моя школа, а здесь храм. Храм на этом месте? Да. Здесь был мой дом. Есть кто-нибудь? Кто вам нужен? Госпожа, здесь раньше был дом, в нем жила женщина по имени Лакшми. Вы знаете ее? Нет, сынок. Мы построили здесь этот дом 10 лет назад. Ее муж был водителем рикши, он умер. Она осталась одна. Не знаете, где она сейчас? Нет, сынок. Подготовьте все документы. Завтра приедет клиент. Что вам нужно? Где моя мать? Что? Где моя мать? Когда тебя освободили? Сегодня. Я был в нашем районе. Но там нет ни нашего дома, ни мамы. Где она? Все, что ты сделал ради своей матери, было напрасно. Она умерла через год после того, как тебя посадили. Он потратил много денег на ее лечение, но все было бесполезно. Я не хотел тебе говорить. Ты был еще так мал. Я не смог. Если ты так внезапно отказываешься, что я скажу в агентстве? Почему ты не предупредил меня заранее? Доброе утро, сэр. И чем ты хочешь заняться? Не знаю, сэр. Есть одна работа в Бангкоке. Парень, который должен был туда ехать, отказался. Поедешь? Да. У тебя есть паспорт? Нет, сэр. Вот что, если какой-нибудь полицейский даст тебе рекомендацию, тебе быстро его выдадут. Мы большие друзья с начальником тюрьмы. Отлично. Я попробую. Ты кто такой? Как ты посмел разбить мой мотоцикл? Я до тебя доберусь! Успокойся, ты это же девушка. Помолчи. Девушка? Эй, курица! Ты меня еще не знаешь? Дядя. Ну, если ты так хочешь. Идем. Она красивая? Идем. Быстро она растопила твое сердце. Проклятие.
Пешеходы всегда завидуют тем, кто ездит на машине. Вот и они такие же. Если велосипедист врезался в скутер, виноват тот, кто на скутере. Если мотоцикл врезается в машину, виноват водитель машины. Если машина врезается в грузовик, виноват грузовик. Всегда обвиняют того, кто сильнее. Да, сэр, если самолет врезается в поезд, виноват самолет. Я столько работал. Построил такой большой дом, все мне завидуют. Когда мы выезжаем на машине, они нас пропускают и смотрят, раскрыв рты. И не с удивлением, а с завистью. Бедные всегда возмущаются, когда видят богатых. Разве мы бросаем им камни вместо милостыни? Нет, сэр, никогда. У них такое мышление. Сделай вот что. Если еще раз увидишь его, можешь его ударить. Если сомневаешься, бей. Я обо всем позабочусь. Папа, мы можем ехать, если увидим кого-нибудь в такой же рубашке, задавим и все. Иди, иди и найди его. Да, сэр. Начальник дома? Да, он у себя. У него дом такой же большой, как и тюрьма. Как ты попался? Кто это? Кто это? Кто это? Санджина, откуда ты? Что ты наделала? Я хотела удивить твоего брата. Это не мой брат. Что? Это не Рохит? Нет. Они пришли к моему отцу. Извини, извини. Ничего. Привет, привет. Здравствуйте, дядя. Как вы? Отлично, Санджина. Отлично. Давно приехала? 2 дня назад. Как твой отец? В порядке. Очень хорошо. Проходите. Здравствуйте, сэр. Как дела? Хорошо, сэр. Что тебя ко мне привело? Мне предложили работу в Бангкоке. Чтобы поехать туда, мне нужен паспорт. Если вы дадите мне рекомендацию... Получить паспорт не так просто, тем более, если ты только что из тюрьмы. Сэр, у вас ведь есть друзья в паспортной службе? Кто тебе сказал? Мы сами узнали. Сведения у вас правильные, но вам это не поможет. Хорошо, сэр, тогда встретимся завтра. Зачем? На следующий день. Ордер на арест Хариша. Доброе утро, сэр. Какие новости? Пришел показать свой паспорт. Паспорт? Как ты получил его за один день? На рынке все есть, сэр. Если я захочу уехать, я могу уехать и с ним, но я не хочу этого. Помогите мне получить настоящий. Я подумаю. Возьми у него документы и отправь заявление с моего адреса. Хорошо, сэр. Спасибо. У тебя документы с собой? Да. Нужны еще 3 фотографии. Мои? А тебе нужен паспорт с моей фотографией? Принесешь то и другое, я пойду в паспортный отдел и улажу все формальности. Слишком ты быстрый. Как думаешь, кто она? Подруга дочери начальника. Ну, не чуть-чуть, да, ты бунду.
И что за работа у тебя в Бангкоке? В турагентстве, сэр. В турагентстве? Да. Хорошо. Вот твой паспорт. Большое спасибо, сэр. Да не за что. Я дал для него свой адрес. Будь осторожен. Удачи. Спасибо. Мама. Дядя. Мой паспорт. Поздравляю. Я еду в Бангкок. Хорошо. Не знаю, когда я вернусь. Я хочу взглянуть на нее перед отъездом. Взглянуть? Забирай ее с собой. Забирай. Ладно тебе. Не стесняйся. Вот ее дом. Она из богатых. А это еще кто? Ненормальный, что ли? Его на музыку можно ловить. Идем. Это он. Помните? Я вам говорил про великий талант. Что вы говорили? Это кинорежиссер. Режиссер? Здравствуйте, сэр. А что вы умеете? Я умею пародировать и очень хорошо схватываю музыку, сэр. Музыку? Подождите минуту. А играть умеешь? Ты негодяй. Негодяй? Ты победил на выборах благодаря им. А сейчас живешь в доме с кондиционерами, а они с москитами. Они страдают от куриного гриппа, а ты ешь бирьяни с курицей. Мерзавец. Ну как, сэр? Супер. Спасибо. Похоже, ты его убедил. Скорее неси ручку. Да не здесь. Веди его в дом. Немедленно. Проходите, сэр. Садитесь и пишите спокойно. Не мешай ему. Идем. Садитесь. Он быстро напишет сценарий. Подожди. Ты сказал, что быстро схватываешь музыку, а песни сможешь написать. Сэр, да я в этом мастер. Я могу сделать ремиксы на старые песни. Ninnu enna la jabili pandu enna la jabili o i song например на эту песню. В современном звучании. Это ремикс. Потрясающе. Спасибо. Фантастика. Ты любого композитора переплюнешь.
А это двойной ремикс. Да ну? Да. А ну, спой-ка. Охрана! Что случилось, сэр? Кто там кричит? Охрана! Это наша хозяйка. Иду, мадам. Она тебя видела? Отлично, теперь можно ехать в Бангкок. Бангкок. Сэр, Чаран, это я. Чаран, я Утедж. Наш офис в том здании. Ганеш, это Чаран. Привет. Здравствуйте. Баблу, это Чаран. Привет. Доброе утро, Чаран. Добро пожаловать в Бангкок. Босс, здравствуйте. Рад познакомиться. Как вы узнали мое имя? Я должен знать всех, кто со мной работает. Да, сэр. А теперь назови мое имя. Простите, сэр. Ты будешь работать на меня или я на тебя? Разве вы не обязаны знать, как зовут босса? Разве нет? Да, сэр, вы правы. Это называется безответственность. Нам этого не нужно. Меня зовут Баби. А компанию Indo Bangkok. Твоя обязанность заботиться о туристах и водить их по городу. Ясно? Да. Это твоя работа и долг. Конечно. И слушай, клиенты — это боги для меня. За них я готов убить кого угодно. Я уже говорил ему об этом. Знаю я, о чем ты ему говорил. Что я сентиментальный дурак, верно? Нет, сэр. Он очень уважительно о вас отзывался. Ты хорошо говоришь по-английски, это пригодится. Проведете с ним тренинг и покажете комнату. Здесь мы и живем. Адрес Сукун Сой, 18. Сой значит улица. Это наша квартира. Компания все оплачивает. Видишь? Здорово. Иногда мы приводим сюда девчонок, никто не обращает на это внимания. Надо только заранее предупредить, чтобы не было проблем. Вот и все. А если я не буду приводить девушек, меня отсюда выгонят? Нет, здесь много возможностей. Пользуйся. Спасибо. Ладно, идем. Эй, Чаран, влюбился, да? Скажи. Да. И кто она? Чаран, это Паклейн. Здесь проводят боксерские поединки. Эй! Мерзавец, извинись. Я сказал, извинись. Скажи, Чаран. Телугу? Ты что, на меня уставился? Опусти голову. Голову опусти. Не нравится мне, как ты смотришь. Смотри вниз. Что это за взгляд? Не смей на меня так смотреть. Я слушаю. Говори. Ладно, я займусь этим. Это мой риск. Где он? Где?
Кто вас просил туда ходить? Что вам там понадобилось? Там полно бандитов. Если вас там пристрелят, кто вас будет искать? Если еще раз туда пойдете, я вас сам застрелю. Я получил факс от очень важного клиента из Хайдарабада. Знаете его? Его дочь с подругами приезжает сюда. Посадку рейс 3212 тайских авиалиний. Спасибо. Добро пожаловать в Бангкок. Добрый день. Здравствуйте, я Баби из компании Индо Бангкок. Мне говорили, что вы очень высокий. Возможно, высоким был тот, кто вам обо мне говорил. Точно. Ваш телефон. Спасибо. Это босс. Сэр, мы только что приземлились. Бангкоку очень повезло, что сюда приехала ваша дочь. Да, сэр. Совершенно верно. Он похож на целый оркестр. Подлиза. Здравствуйте, мэм. Добро пожаловать в Бангкок. А это кто? Это наши сотрудники. 24 часа в сутки они к вашим услугам. Заберите багаж.
Идемте, мадам. Я покажу вам ваш дом. Слишком она бойкая. Еще неизвестно, какие у нее подруги. Да такие же. Да, сэр, если будет облачно, я никуда ее не выпущу. Проходите, мадам. Я забронировал этот домик для вас. Ух ты, здесь красиво. А комнаты большие. Она не любит маленькие. Очень большие, можете сами посмотреть. Эй, смотрите. Послушай, а вода здесь теплая? Да, сэр. А если не нужна будет горячая, нагреватель есть? Вы можете установить какую угодно температуру. Хорошо, а то ей иногда приходит в голову купаться по ночам. Если вода будет холодной, она будет дрожать от холода. Не будет. Почему? Я ей не позволю. Хорошо. Идите, покажите им комнаты. Привет, папа. Дом хороший, но из спальни нет выхода в бассейн. Эй, парень. Папа, я тебе перезвоню. И ты возьми. Не нужно. Я даю тебе чаевые. Ты понял? Не нужно, спасибо. Тебе этого мало? Вот. Я не беру чаевые. Почему? Мне это не нравится. Понравится. 10 000 бат. Бери. Вы приехали из-за границы, оставьте себе. Пригодится. Папа, этот парень из агентства не берет у меня чаевые. Кто здесь не берет чаевые? Я. Ты? Почему? Мне не нужно, сэр. Кто ты такой, чтобы так говорить? Дают, бери. А если тебе не нужны деньги, возьми и отдай мне. Идем. Иди. Ты работаешь турагентом и не берешь чаевые? Как тебя зовут? Чаран. Чаран. Как? Чаран. Бери деньги и уходи. Деньги нужны всем. Давай деньги, но не швыряйся ими. Подачки мне не нужны. Зачем они мне? Ты же просил, наслаждайся. Мне не нужно чужих денег. Субраманьям. Дочка, я их не просил. Возьми красный карандаш и напиши его имя. Понятно? Хочешь застрелить его? Хорошо. Алло? Мне нужна двустволка и две пули. Одна точно попадет. Она совсем не такая тихая, как ты рассказывал. Оставь ее, она еще маленькая. Маленькая, ей уже 19. Через 10 лет ей будет 29, и у нее будет вот такой сын. Нет, нет. Вы только посмотрите. Привет. Привет. Вы из Индии? Да. Я люблю Индию. Спасибо. Мать Индия, отец Таиланд, и я одна. У вас все в порядке? Как хорошо, он на телугу говорит. Вы знаете телугу? Немножко. Как вас зовут? Накшми. Лакшми? Нет, Накшми, не трогай меня. Вы дама или парень? Я не парень. Раньше я был парень, а после операции я леди. В чем разница между тобой и мной? Разница? Он такой же, как и ты. Хотите шоу? Какое? Пинг-понг шоу. Пинг-понг? Видите? Леди, всего по 4 рупии. Нет, нет. А живое шоу? Ну, не хотите, как хотите. Пока. Пинг-понг. Пинг-понг. Какое живое шоу? Живое шоу? Иди сюда. Да ну, где? Идем со мной. Идем. Субраманьям. Иду, иду. Дай мне карточку. Да, вот мой адрес. Звони. Алло. Привет, папа. Привет, дорогая. Как ты? Чудесно, папа. Как тебе Бангкок? Хорошо. Честно говоря, мне так одиноко без тебя. Я скучаю. Папа. Да, дочка. Деньги и бизнес давно меня не радуют. Ты для меня единственная радость. Ты для меня тоже. Но после свадьбы ты уйдешь от меня со своим мужем. Нет, папа. Кто сможет меня вытерпеть? Я не собираюсь замуж. Если кто-то на мне женится, ему конец. Одну минуту, папа. У тебя знакомое лицо. Я тебя где-то видела. Да, папа. Кто там? Да нет, никого.
Мы виделись много дней назад, она узнала меня. Сегодня она тебя узнала, завтра поцелует. Да. Папа, я тебе перезвоню. Ладно. Баби. Мадам. Это все ваши сотрудники? Да, мадам. Знаете, на что это похоже? Как будто не мы приехали в Бангкок, а они с четырьмя девушками. Субраманьям. Субраманьям. Да. Видит для них дресс-код. Да. Все должны видеть, что мы богатые девушки, а они наша прислуга. Все ясно? Понятно? Да. Смените им одежду. Конечно. За ней. Пусти. Пусти. Что ты мне показала? Покажи еще раз. Давай, пойдешь со мной. Да ты знаешь, кто я такая? Мне нужны не твои воспоминания, а твое тело. Люблю таких красоток. Люблю. Идем. Нет.
От них мокрое место осталось. Разве я стал бы молчать, если бы с ней что-то случилось? Передай ей трубку. Держи. Дочка. Папа? Ты в порядке? Да, все нормально. Не волнуйся. Этот парень, не знаю, как его зовут, но он хорошо с ними управился. Он неплохо дерется. Пусть он будет моим телохранителем. Да, папа? Да. Он всегда должен быть со мной. పిచ్చిగా నచ్చావే గుండెలో ఎంత గట్టిగా కూర్చావే మత్తులో కొద్ది కొద్దిగా ముంచావే ఇంతలో కళ్ళ ముందుకే వచ్చావే నో నో అనుకుంటూనే స్లోగా చెడిపోయానే లవ్ లో పడిపోయానే మీరి ప్యారి మెహబూబా నడిచే నెల వంక చూస్తే నీ వంక నీతదే నాది అనుకుంటూనే స్లోగా చెడిపోయానే లవ్ లో పడిపోయానే మేరీ ప్యారి మెహబూబా లైలా సరదుందే లైలా లైలా మేరే దిల్ మే కోయలా మనసిచ్చానే నిన్నే ప్రేమించానే చూడకుండా ఉండలేనే లైలా సరదుందే లైలా లైలా మేరే దిల్ మే కోయలా దేఖో జానే జానా యూ మే బి గో షన్నానా టెల్ మీ బేబీ విల్ ఐ ఎవర్ బి యువర్ దివానా దేఖో జానే జానా బి మై గర్ల్ ఇఫ్ యూ Здравствуйте, добро пожаловать. Я Криш, капитан этой яхты. У меня еще 10 таких. Зачем вам 10 ни на что негодных яхт? Вы шутите? Это моя рация, возьмите. Если вам что-нибудь будет нужно, звоните. Я к вашим услугам. Алло? Сколько у вас кают? 3 каюты, мадам. Спортзал есть? Нет. Почему? Что значит почему? Потому что нет. А кухня есть? Есть. Кто на ней готовит? Я. Тогда кто ведет яхту? Тоже я. Я и готовлю, и за штурвалом тоже стою я. Я же владелец. Тогда делайте это сами без нас. Она меня не уважает? Вы ее еще не знаете, все еще впереди. Что? На что? Вам нравится яхта? Вам удобно? Алло, папа, ненавижу эту яхту. И яхту, и форму этого капитана. Она слишком консервативная. Зажигаем.
Что это такое? Это корабль или танцплощадка? Что они делают? Они проломят мне палубу. Вы что, не поняли? Субраманьям! Одну секунду, мадам. Мне звонят из Хайдарабада. Я хочу взорвать эту яхту. Отличное предложение. Но зачем же так напрягаться? Чтобы ее взорвать, нужна бомба. Бомба? Эй, ты! Я тебе отомщу. Я отберу у тебя лицензию. Давайте, девочки. Ее папаша такой крутой, чтобы отобрать мою лицензию в Бангкоке. Видите, как он на нас смотрит? Ничтожество. Как тебя зовут? Скажи. Чаран. Чаран? Чаран. Значит, Чаран. А кого это волнует? Разве эта девушка? Это настоящая чертовка. Что? Так называют большую рыбу. Она может убить человека. Отлично. Хочу эту рыбу на ужин. Приготовьте. Сэр, она прекрасно выглядит. Просто супер. Когда вы увидите фотографии, вам очень понравится. Уверяю вас, сэр. Очень-очень-очень понравится. Он только болтает о ней, с тех пор, как мы сели на эту яхту. А ей вообще на всех наплевать. И другие девушки, глядя на нее, ведут себя так же. Она так себя ведет, потому что богатые. Почему они здесь? Потому что у них есть деньги, верно? Не будь они богатыми, я бы сам их уже придушил. Собственными руками. Мадам, суп. Ваш суп, мадам. Какой суп? Тайский. Это суп? Суп? Это суп? Я его сейчас тебе на голову вылью. Подождите, мадам. Вы хотите вылить на него этот суп? Лучше вылейте на меня. Вылейте. Мы любим своих клиентов. Мы любим наши деньги. Давайте. Ты не знаешь, что кладут в суп? Тупица. Идиот. Ах ты. Слишком много о себе возомнила. Отойдите. Отойдите, я вышвырну ее за борт. Эй, алло, я уже 2 часа прошу у тебя перец, ты слышишь или нет? Как ты говорил, тебя зовут? Слышишь? Чаран. Чаран. И что стоишь в такой позе? Что ты голову нагнул? నిన్నలా చూస్తుంటే అప్పుడే బాగుండేదే అన్నా ఇప్పుడు లేదే ఉమ్మంటే కోపాలు కాదంటే శాపాలు ఓలమ్మో నీతో స్నేహం ఇక్కడితోనే చాలు ఊరి పుగ్గ అమ్మాయి ఎందుకు ఇంత పడాయి పక్కలో పిల్లపిస్తే వేగేదేలాగే ఎంతగా ఊహించా ఎంతగా ప్రేమించా నువ్విలా చేస్తూ ఉంటే రాధా చిరాకే చోడు చోడు నా లెట్ ఇట్ గో కీప్ ఇట్ మూవింగ్ యువర్ ఓ యా రో వేస్ట్ మై టైం లెట్ ఇట్ గో పోరే 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 ఈ పడి చచ్చానే నీకే మనసిచ్చానే నిన్నే ప్రేమించానే అత్తది ఇంకా మార్చుకోవే లైలా సరదే లైలా లైలా మేరే దిల్ మే కోయిలా లైలా సరదే లైలా Привет! Девочки, поздоровайтесь! Привет, Накшеми! Хотите массаж? Что? Массаж, массаж! Ах, массаж! Да, массаж головы, масляный массаж, тайский массаж, хотите? Да! Прелестно, девочки! Зачем он привез сюда эту банду? Идем, очень хороший массаж! Touch me, won't you come here, touch me. You want massage, massage, massage. You want massage, massage, massage. You want massage, massage. Классно. Может им помочь? Они нас убьют. Просто смотри. You want massage, 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 massage. Damn, strong, strong. What's it? О чем он? Спрашивает, может, нужно сильнее? Нет, лучше помягче. Медленно. Салюли. Иди сюда. Я хочу такой массаж. Со мной?
Нет, с девушками. Хочешь сэндвич-массаж? Сэндвич? Это как? Это ты, одна леди, другая леди, массаж. Понял, понял. На эту ночь оставайтесь здесь. Я? Нет, все девушки. Чай, массаж. Массаж! 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 Эй, эй, ну-ка отойдите от края, а то упадете в воду. Ну, упадут, поднимешь трупы на борт. Напишешь мне лист претензий, мы выпишем счет и получим деньги. Что ты думаешь о нашей компании? Эй, ты! Иди сюда. Иди. Би, ты пиво пьешь? Да. А с чем ты обычно его смешиваешь? С водой или с содовой? А если хочешь что-то особенное, можно молоко подмешать. Он врет! В пиво ничего не добавляют. Зачем ты врешь? Ладно, принеси нам пиво и побыстрее. Иди. Иди! За нас! Массаж. Их тела мягкие, как губки. Спасибо, спасибо. Вовек не забуду. С Новым годом! Эй, эй, слышишь меня? С Новым годом! Ничего не понял. Ладно. Дорогой, счастья в новом году, году, году. Что ты уставился? Ты пьян? Еще раз увижу, что пьян, убью. Убью! Понял? Попались. Я беру одну, ты другую. Баблу, ты третью. Еще одна остается. Эй, если что-то задумаете, убью. Доставьте их в каюты. Я то же самое говорил, сэр. Поднимайте. Что они такое едят? Такие тяжелые. Чаран, ходят слухи, что ты влюблен в эту девушку. Теперь она в твоих руках. И что ты чувствуешь? Вот что. Я был счастлив, когда смотрел на нее издалека. А сейчас я ничего не чувствую. Я только держу ее. Но в моем сердце нет никаких чувств. Взгляните на ее лицо. Когда-то она была такая красивая. А теперь мне противно на нее смотреть. Надменная гордячка. К тому же еще и пьяница. Отойдите, сэр. Я отведу ее в каюту. Спасибо. Такого Нового года у меня еще не было. Большое спасибо. Счастлив? Очень счастлив. Русских девочек хочешь? Русских? Где? Не только русских. Пакистанок, узбечек, латинок, филиппинок. Где же они все? Иди со мной, я покажу. Подожди, я их тоже возьму. Поехали смотреть русское шоу. Вернемся через полчаса. Санджина еще не проснулась. Мы вернемся до того, как она проснется. Чаран, присмотри за ней. Что это за шоу, о котором я не знаю? Идем. А русские умеют танцевать танец живота? Бабу! Бабу! Принеси мне кофе. Мадам. Ты почему меня не дослушал? Ты должен был сначала выслушать меня, а потом принести. Ясно? А где остальные? Пошли на прогулку. Вернутся через час. Сделай свежий кофе и принеси мне через 2 минуты. Иди.
Бангкок, я моего тина. Если какая-то девушка приезжает в Бангкок, я дразню ее. Думаешь, я позволю тебе дразнить меня? В тот день я тебя упустил. Сегодня ты окажешься в моей постели. Чаран! Чаран! Эй, ты! Убей его! Пусти! Пусти! Пусти меня! Отпусти! Не кричи, крошка. Проклятие!
Что в тебе? Что случилось? Подожди. Скажи, что случилось? Давай, поехали. Он не работает. Давай же, поехали. Чаран. Я не могу его завести. Слышишь, поехали. Сама садись, заведи его, давай. Зачем ты на меня кричишь? Ты дрался как герой, спас меня. Сделай же что-нибудь, давай. Ты ударил меня. Как ты посмел? Вот так. Заткнись, или я убью тебя. Закрой рот и сиди молча. Заткнись. Папа. Не реви. Дорогая, Санджна, где ты? Санджна! Чаран, Чаран! Санджна! Санджна потерялась. Да. Боже мой. Ты видел ее? Нет. Ее нигде нет. Позвоните своему парню. Сейчас. Ну что? Мобильный не отвечает. Он его выключил или сеть не ловится. Куда он ее увез? Там остров! Смотри! Подожди. От твоих слов он не поплывет. Надо грести. Или Что ты орешь? Никого здесь нет. Извинись. Что? Извинись. За что? Ты ударил меня вчера. Ладно, бывает, я понимаю. Извинись, и я тебя прощу. Если понадобится, я еще раз врежу тебе. Но извиняться не буду. Хорошо, тогда с тобой будет говорить мой адвокат. Так зови его, я готов. Я засужу и тебя, и твою чертову компанию. Знаешь что? Я увольняюсь из этой компании. И что ты сделаешь? Что? Не нравился мне этот парень с самого начала. Он мог похитить ее ради денег. Где он ее прячет? О чем вы говорите? Он не такой. Неизвестно, что она ему тут устроила. Она же настоящая акула. Акула? Да. Наша девочка акула? Да что вы о ней думаете? Если бы я снимал о ней фильм, знаете, как я назвал бы его? Моя дорогая, ради тебя. А вы только и знаете, что болтать. Как вы смеете так говорить о ней? Это хозяин. Что я ему скажу? Сэр? Ну что? Как там моя дочь? Она спит. Разбудить ее? Подожди. Нет, я разбужу ее. Разбудить? Пусть спит. Расслабься. Спасибо. А если он еще раз позвонит? Что ты делаешь? Куда ты? Эй, парень, сделай же что-нибудь. Я хочу домой, душ принять. Ты слышишь меня, ненормальный?
Долго я буду так кричать? Послушай, дурак! Убью. Я проткну тебе шею. Умирай. А если выживешь, уже не сможешь говорить. Прости, я нечаянно. Я не очень хорошо знаю телугу. Не плачьте. Господи, как же мне их утешить? Не плачьте, а то я сам заплачу. Где Санджина? Почему вы ее не ищете? Я пытаюсь, пытаюсь. Вот. Я убью его. Есть будешь? Вот это? Ни за что. Ни соли, ни перца, ничего. Как это есть? Так будешь или нет? Знаешь что? Я тигрица. Меня отец так воспитал. Тигры не едят рыбу. Понятно? Боже. Господин Субраманьям. Да. Хватит, мы должны позвонить ее отцу. Вы до сих пор этого не сделали. Звоните ее отцу. Я умоляю вас. Я умоляю, припадаю к вашим ногам. Вы измучили меня еще больше, чем она. Ух ты, слава Богу! Чей-то дом? Мой. Твой? Да. Еще чего, нашелся хозяин. Сейчас получишь. Поднимайся. А теперь говори, чей это дом? Твой. А чей это остров? Тоже твой. Я король этого острова. Это мой дворец. А ты моя рабыня. Что? Скажешь нет? Да. Зачем ты пришла сюда? Выметайся. Слышишь? Вон отсюда. Повезло мне. Даже здесь нашел выпивку. Пить будешь? Нет. Почему? Тебя не мучит жажда? Мучит. Но я хочу минералку. Как врежу. Отцу своему скажи, пусть привезет. Ты моя рабыня. Рабы не пьют минералку. Только короли пьют. Да. Не да, а да, сэр. Или господин Чаран. Да, сэр. А что ты так вырядилась? Дай сюда. Ты нервничаешь? Я нервничаю всегда, когда она приходит или уходит. Что делать? Расслабься. Ты женат? Нет, не женат. Я тоже. Одинокая. Да? И кого это волнует? Иногда мне хочется плакать. Зачем это? Незачем. Мне нужна компания. Ты создаешь компанию? Нет. Как ты. Компания, чтобы расслабиться. Ты что делаешь? Ты женишься на мне? Что? Ты хочешь за меня замуж? Зачем? Я одна. Ты один. Нет-нет. Ты один, я один. Нет-нет. Подумай. Женись на мне. Не жми мне на нервы. Тело – моя слабость. Подумай. Дай мне немного времени.
Я тебя умоляю. Уходи отсюда. Уходи. Подумай. Пока. Эй. Этра? Иди сюда. Что? Иди. Этра? Иди сюда. Чего тебе? Спой песню. Я не умею. Послушай. У меня романтическое настроение. Давай, пой, танцуй, развлекай меня. Нет, я не умею петь. Ах ты! Классная песня. Ты что-нибудь знаешь обо мне? Да, низший класс. Это значит народ. Что? Народ. Значит, ты должна петь народную песню. Для меня. Пой. Пой. చేస్తానే రత్స రత్స రామ రామ కృష్ణ హరే శుకర్లో యారో గుండెల్లో గోలీ మారో తాగి తంద నాలో తిరగేసై తిను మారో
गायत गरम गरम से गायत राधा पिस्ता उदावत तू रास्ता लीके दरावत तू गोटे सका जिन्नु बड़ा देने पाई कन्नु नखराले मनी ना तो राए तूने मुझको देखा यहाँ किंदा मीदा क्या का неплохо. Если немного сконцентрируешься, тебя ждет блестящее будущее. Утрешь нас любой клубной танцовщицы. У тебя есть номер Чарана? Зачем вам, сэр? Позвонить ему и сказать, чтобы он убил ее. Что вы, сэр? Она же ваша жизнь. Да кому она нужна? Это же настоящая дьяволица. Я уже сыт по горло этой работой. И она, и ее отец. Где он? Он? Иди сюда. Вот он. Болван. Ты ее отец? Так ты ее воспитал. Это он Картикея говорит, а не тебе. У тебя у одного есть дочь? Больше ни у кого? Разве она с неба спустилась? Где-то она должна была родиться. А я присматривал за ней. С тех пор я потерял покой и сон. У меня повышенный сахар и пониженное давление. И все из-за вас. Если ты или твоя девчонка еще раз позовете меня... Ты видел? Какой поворот? Кто знает, что у человека на уме? Для всех его кино называется «Моя дорогая». А вот то, что он думает на самом деле, никому нельзя верить на слово. У меня живот болит, все сводит, как будто желудок к спине прилипает. Ужасно. Что ты чувствуешь? Я сейчас упаду. Это называется голод. С каждым бывает. Сколько она стоит? Что? Я хочу эту рыбу. Не продается. Возьми. $100. Но. Нет. 200. Но. Нет. 500. Sorry. Извини. $1000. 50 000 рупий. Ладно, $1000 и платиновая цепочка. В этом мире не все можно купить. В том числе и эту рыбу. Скажи мне, что ты за нее хочешь? Ты дашь мне все, о чем я попрошу? Да. Все, что угодно. Подумай как следует. Видишь, ты думаешь о еде. Это жизнь. Из-за голода многие совершают ошибки. Теперь ты поняла? Никогда не догадаешься, о чем я попрошу. Выстирай мою одежду. Ешь рыбу и стирай. Договорились? На, держи. Осторожно, там могут быть кости. Здесь же нет ни соли, ни перца. Ничего. Одну секунду. Босс? Босс приехал? Где она? Где? Еще раз о ней заговоришь, получишь. Бери телефон и скажи ему, что она пропала. Думаете? А чего вы боитесь? Скажите правду. Как я ему скажу? Господи. Алло. В чем дело? Сэр, ваша дочь пропала, сэр. Что? Ваша дочь пропала. Сэр, я боялся вам звонить.
Как тебя зовут? Твое имя? Санджна. Как? Санджна. Санджу. Мы с тобой не так близки, ты мне не друг, так что не зови меня Санджу. Санджи. Санджи. Санджей. Буду звать, как хочу. Ты только одну рыбу съела, откуда у тебя столько энергии? Стирай как следует. Давай, давай, не ленись. Все в порядке? Все на нервах, не приставай со своими вопросами. Не буду. Хотите массаж? Тайский массаж, массаж тела. Сейчас приедет мой босс. Он придет сюда и такой массаж устроит. Век помнить будешь. О, босс-массаж. Все понятно. Сэр, сэр, я расскажу вам, как она пропала. Я расскажу тебе, как ты умрешь. Идем. Сэр, господин Чаран, ваши вещи. И не пытайся меня очаровать. Ты должна говорить со мной со страхом и уважением. Господин Чаран. Понятно? Господин Чаран, клади. Это тебе. Возьми. Чаевые. Чаевые? Мне? Сэр, сэр, простите, простите, я возьму. Держи. Я отнесу в дом, сэр. Ладно. Узнайте, чем он занимался последние 2 года. Его зовут Чаран, он похитил мою дочь. Его фамилия... Не знаю, сэр. Какая-то должна быть. Номер паспорта? Не знаю, сэр. Вы взяли его на работу, ничего о нем не зная? Кто он? Откуда он? Он хороший парень, сэр. Не надо его понапрасну обвинять. Он джентльмен. У вас есть фотография этого джентльмена? В офисе есть. Несите. Выясни, чем он занимался, когда приехал в Бангкок. Проверь его паспорт. Узнай, когда, как он приехал сюда и зачем. Через какое агентство он покупал билет. Мне нужна вся информация, абсолютно вся. Его прислал Венкатешвара. Я никогда никому не делала такой массаж. Мне тоже никогда не делали. Такой массаж. Сэр, мы нашли паспорт в его комнате. Теперь я все о нем узнаю. Держи, сделай запрос в полицию. Покажите по телевидению фотографии его и моей дочери. По всем каналам. Каждый час. Действуйте. Что такое? Что случилось? Ты хорошенькая. Что ты делаешь? Иди сюда. Что ты делаешь? Чаран, прекрати. Иди сюда. Чаран, что ты делаешь? Перестань. Оставь меня. Заходи. Заходи. Чаран, нет. Нет, Чаран. Нет, нет. Пожалуйста. Не бойся. Я ничего тебе не сделаю. Знаешь почему? Потому что ты мне нравишься. Нравилась. Очень. Я любил тебя. И это началось не в Бангкоке. Уже давно. Знаешь, где впервые я увидел тебя? С того дня я всюду ходил за тобой. Куда бы ты ни пошла. Ты не замечал меня. А я любовался тобой на расстоянии. Перед тем, как уехать сюда, я приходил в твой дом. Ты тоже видела меня.
Когда я узнал, что ты приезжаешь, знаешь, как я был счастлив. Но увидев, как ты себя ведешь, я возненавидел тебя. Я ненавижу твою надменность. Я не прошу твоей любви. Но хотя бы веди себя как человек. И относись к людям по-человечески. Это я и хотел тебе сказать. Sorry. Прости. Она всегда ела суп в это время. Папа. Моя девочка. Вы очень волнуетесь? Да, сэр. Говори правду. Ты запланировал похитить ее ради денег? Нет, сэр. Я хороший человек. Вы все хорошие, я плохой. Хорошо, давайте договоримся. Сколько вам нужно денег? Верните мне мою дочь. Сэр, я ее не похищал. Может быть, Чаран это сделал? Зачем ему это делать? Ради денег можно сделать все, что угодно. Ты же говорил, что он джентльмен. Я так думал. Санджина? Санджина? Ох, сэр. Идем со мной. С днем рождения. Маленький подарок. Как ты узнал? Я все о тебе знаю. Я никогда не забуду про 5 января. И ты тоже. Потому что в этот день умерла твоя мама. Я знаю об этом. Твой отец очень тебя любит.
పేరుపే చినుకై నీలాగే కలిసిందంట కర్ర కర్ర నమ్మిలేసావే కలగలా నవ్వేసావే కసులుతూ గుండెను ముసిరావే చేసి పోతాందే గోలగోలం ముక్కి పెట్టి కూస్తాందే గోలగోలం ముక్క మచ్చు చేస్తాందే గోలగోలం ముక్తి మెత్తి పోతాందే లవ్ యు రా నా మనసంతా నువ్వేరా నిన్నే నా ఇన్నాళ్ళు కాదనుకున్న కళ్ళరా Что ты о нем говорил? Что он джентльмен? Да, сэр. Знаешь, кто он такой? Он 12 лет просидел в тюрьме и учился в тюремной школе. Ты здесь банду собираешь? Сэр, сэр. Эти парни мне тоже не внушают доверия. А вы из какой тюрьмы? Отвечайте. Всех убью. Они ни в чем не виноваты, сэр. Послушай, немедленно арендуй вертолет и обыщи здесь каждый клочок земли. Тебя. Не зови их. Почему? Что с тобой? А вдруг это мой отец? Я не хочу расставаться с тобой, Чаран. Я хочу за тебя замуж. Но папа не согласится на наш брак. Прошу тебя, останемся здесь. Пожалуйста, Чаран. Я только любил тебя. Но о твоей любви я даже не мечтал. Я хотел увидеть тебя такой, но не думал о том, чтобы разделить с тобой жизнь. Почему? Я расскажу тебе о моем прошлом. Ты должна знать, кто я такой. Мама. Моя мама. Банана. Мой отец. И я. Ради своей матери я провел 12 лет в тюрьме. А когда вышел на свободу, узнал, что она умерла. Моя единственная цель с тех пор — отомстить Маттубаю. Thank you.
У каждого преступника в тюрьме я спрашивал о нем. Матубай? Я хорошо его знаю. А зачем тебе Матубай? Он большая шишка. Он сейчас другого калибра перебрался за океан. Бангкок, Малайзия, Сингапур, там его ищи. Я приехал в Бангкок не за деньгами, а за ним. Он наверняка здесь. За последние 10 лет он высоко взлетел. Он руководит своей сетью из Бангкока и зарабатывает миллионы. У него есть сын, Бику. Я хотел добраться до него через сына. Я узнал, что Матубай скоро будет в Бангкоке. Я ждал. Не спал 18 дней. И я выследил его. And I got a motherfucker that comes in my face. So real, how I feel. Is this the same that makes a nigga wanna kill? I'm just straight ill, riding my motorcycle down the streets. What politicians, they selling like strippers to me. Но он ускользнул. Это было месяц назад. С тех пор Матубай не приезжал в Бангкок. Но когда он появится здесь, он умрет. Я или тоже умру, или окажусь в тюрьме. Поэтому забудь о свадьбе. Ничего не вижу. Чарам! 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 Пусти меня! Пусти!
Отпустите! Чаран! Нет! Не бейте его! Санджна! Папа! Папа! Не бейте его! Скажи им, папа! Скажи! Как ты, дорогая, все в порядке? Папа, скажи, чтобы они не били его! Он не похищал меня, он меня спас! Прекратите! Скажи, чтобы они ничего ему не делали! Что? Я не переживу, если с ним что-то случится, прошу тебя, папа! Мне нужен Чаран, папа! Убейте его! Нет, папа! Чаран! 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 Что вы здесь собрались? Уходите! Ты что плачешь? Что с тобой? Когда ты успела влюбиться? Ты знаешь, кто он? Безродный сирота. Приехал сюда, чтобы заработать на жизнь. Он нищий. Нищий! Никола не двора. Он мне нужен. Что? Мне нужен этот нищий. Это что, такая новая мода? Когда богатые сбегают из дому с бедными, а бедные заводят шашни с богатыми? Теперь такие правила? Скажи мне, чем тебя так привлекает бедность? Это любовь. Любовь. Она тебе знакома с детства? Тебя этому учили в колледже? Субраманием. Ты ее в обычную школу водил или в школу любви? Ты ничего не знаешь о любви, папа. Не знаю. Так расскажи мне. Расскажи мне, что такое любовь. У меня каждый день расписан по минутам, но я все равно постоянно звоню тебе. Это что? Это безумие, а не любовь, верно? Когда я узнал, что ты пропала, мое сердце чуть не разорвалось от боли. Как это называется? Это что угодно, но не любовь, так? Я 2 дня глаз сомкнуть не мог. Что это? Бессонница, не любовь. Я заботился о тебе с детства, на мне ответственность за твое воспитание. А что такого он тебе показал, что ты называешь это любовью? Лучше воспитывать собаку, чем дочь. По крайней мере, она всегда будет с тобой. А если увидит на дороге симпатичного песика, будет лаять на него, а не сбежит вместе с ним. Верно, папа, я подарю тебе собаку, только оставь меня в покое. Хорошо. Поезжай в Америку и пришли мне оттуда собаку. Субраманием, возьми билет на ближайший рейс. Если не будет мест, бронируй чартер, но отправь ее отсюда. Да. Она так изменилась. И это моя дочь? Санджна! 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 Все сюда! Санджна! Санджна! Дочка? Где она, сэр? Наверное, поехала покупать собаку. Обыщите здесь все! Чаран! Я люблю тебя! I see.
гори, чирдосте потте чияла, видичи вата сияла. Подожди, мне звонят. Алло. Ну что, ты снова увез мою дочь? Нет. Ах, нет? Но ты заставил ее прийти. Чем ты ее заарканил? Она за неделю забыла обо всем. Послушай, я тебе дам денег, но верни мне мою дочь. Проси сколько хочешь. Ты слышишь меня? Гонконг. Гайд кончу чаран там ганю борисат киндо Бангкок. Ау кончу Санджана. Апай колала. Эй, Бико. Да, папа. К черту твоего папу, включи тайский канал, его показывают по телевизору. Он сейчас в Бангкоке. Что за... Говорили, что он похитил дочь Картикейна. Что? Узнай все подробности. Хорошо. Он мне нужен. Чаран, зачем ты привез меня сюда? Я обманул тебя. Что? Вчера я говорил с твоим отцом. Проси сколько хочешь. Ты слышишь меня? Сколько? Почему ты молчишь? Ты вернешь ее мне, если я предложу тебе сделку? Тебе нужна твоя мать? Что? Я отдам тебе мать, ради которой ты сел в тюрьму. Ты вернешь мне мою дочь? Ради нее ты 12 лет просидел в тюрьме. Ты знаешь, что она еще жива?
Да, это правда, она жива. И я привезу ее в обмен на мою дочь. Согласен? Твоя мать будет в Бангкоке через 24 часа. Ты меня слышишь? Вот и все. У тебя есть отец. А у моей матери, кроме меня, никого нет. Иди к отцу. О чем ты говоришь, Чаран? Ты сошел с ума? Сын, мой мальчик, как ты вырос, мой дорогой? Сынок. 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 Папа, пожалуйста, папа. Папа. Сэр. Пожалуйста. Одну минуту, сэр. Я не знал, что моя мама жива. Я не думал, что когда-нибудь увижу ее. Только Богу известно, как я переживал за нее. Спасибо вам, сэр. Спасибо вам, сэр. Мне не нужна ваша дочь. Не нужна ее любовь. Я всю жизнь буду вам благодарен. Нет, 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 не надо. Не думай, что я помогал тебе. Я узнал о твоей матери, потому что люблю свою дочь. Венкатешвара Рао обманул и тебя, и твою мать. Знаю это. Он получил деньги и бросил ее. Я нашел ее после долгих поисков. Вот и все. Вот и все. Все в порядке. Спасибо. Идем. Папа! Чаран! Чаран! Ты отказался от детства ради меня. Теперь ты отказываешься от своей любви. Чаран! Зачем? Не теряй ее. Иди, приведи ее обратно. Нет, папа! Иди. Нет, мама, у него больше не должно быть проблем из-за нас. Пожалуйста, я не хочу. Нет, мама.
Подожди, подожди. Хочу тебе кое-что сказать. Не знаю, может ли кто-то любить свою мать так, как ты. Но сейчас... Сейчас у тебя увезли невесту. Забери ее у них. Сэр. Забери свою невесту, иди. Мама, береги себя. Босс, одну минуту. Матубай. Матубай. Кто ты такой, мерзавец? Откуда ты взялся? Я хочу тебя видеть. Приходи. Остров Кумок. Отпустите меня! Отпустите! Оставьте меня! Оставьте! Оставьте меня! Чаран! Чаран! Отпустите меня! Отпустите! Почему ты в меня стрелял? Тебе заплатили? Значит, ты сам этого хотел? Очень хотел. И что же ты хотел? Убить тебя. Что это, месть? Что я тебе сделал? Что-нибудь плохое тебе или твоей семье? Ты откуда? Я убил столько отцов. Чей ты сын? Кто твой отец? Назови мне свой адрес. Может быть, я догадаюсь? Говори. Я выслушаю. Говори. Я пришел не разговаривать, а убить тебя. Да неужели? Он так ничего не скажет. Отвечай. Говори. Отвечай. Чаран! Ну что уставился? Гепард только так умеет смотреть. Неужели? Зачем ты приехал в Бангкок? На охоту. За мной? Если хочешь знать, это я привез тебя сюда, чтобы поохотиться. Я заставлю тебя бегать по этим джунглям, а потом пристрелю. Сегодня мы охотимся на этого гепарда. Слышишь? Гепард. Беги. Убей его, отец. Не отпускай его. Я покажу ему, что такое охота. Беги. Санджна. Быстро! Вперед, вперед! Быстрее! Быстрее! Стоп!
Видел? Лучше бы послушал меня. Теперь игра еще интереснее. Интереснее? Идем. Прячься. Чаран! Прячься! Это мои джунгли и моя охота. Я гепард. Убейте его! За ним! Вот он, вот он. Вперед. Бегу! 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 Бегу!
Попробуй убежать. Беги. Беги. Его сын? Теперь догадался, чей я сын. Самолет. А как мы полетим? Ты умеешь им управлять? В тюрьме этому не учат. Тогда как? Позвони моему дяде и попроси его прислать сюда пилота. Дядя? А кто твой дядя? Твой отец. Попросил меня забрать невесту. Можешь напомнить ему об этом. Звони. Переведено и озвучено на производственной базе ТПО Red Media. Готовлю поклонниками Jai Sukhana Rani, Jai Sukhana Boni, Jai Sukhana Bani, Kani Jiratoste Patte Chiyala, Vidichi Vatta Siyala Chamka Chamka Chamki